Всем привет! Хотел записать видео. Ну и в принципе спрашивали меня довольно-таки часто. Просили, чтобы я записал видео, как поменять биткоин на электронную валюту. Ну, там, например, на WebMoney, Perfect Money, вывести там на банковскую карточку или еще куда-нибудь там. Как же это делается? Давайте рассмотрим с вами. Я нахожусь у себя в кошельке. За последнее время у меня несколько дней вот как упала небольшая сумма, есть $12. И сейчас я ее выведу себе на кошелек Perfect Money. Так, для этого я захожу на сайт. Это сайт мониторинг обменных пунктов, обменников электронных валют. Ссылка на этот сайт будет под этим видео. Итак, теперь в левой колонке. Отдадите. Я выбираю, что я отдаю. Вот я отдаю биткоин. Что хочу получить? Здесь я могу выбрать либо WebMoney, либо VMR, VMZ, Perfect Money. На Payzu могу вывести. Могу, например, сразу же вывести на карту приватбанка, то есть в гривну. Или на карту Сбербанка в рублях. То есть я нажимаю. Здесь у меня видно все обменники, которые и курс, по которому один биткоин. Вот этот курс обмена на сегодняшний день. Отзыв один негативный и 379 положительных отзывов. Либо, например, на приватбанке хочу вывести сразу на гривневую карточку. Вот, пожалуйста. Один биткоин 7000 гривен. 7143. Есть вот опознавательные значки. Данный обменный пункт работает в ручном или полуавтоматическом режиме. То есть нужно будет подождать, если вы переводите, то нужно будет какое-то время подождать. Не сразу же будут зачислены деньги. Минимальная комиссия при обмене в данном обменном пункте 30 гривен. То есть еще 30 гривен комиссии, если менять, то я заплачу. Вот. Но я меняю на Perfect Money. Так. Жму Perfect Money, Bitcoin, Perfect Money. Выбираю. То есть вот сколько обменников меняет. Самый верхний, это то есть самый выгодный курс. Вот я поменяю по $622. Один биткоин, $622. Вот я нажимаю на него. Меня переадресовывают на сайт этого обменника. Здесь я выбираю снова же, что я отдаю и что я хочу получить. Я отдаю биткоин. Хочу получить Perfect Money. Так. Хочу получить, вот я могу здесь ввести сумму, например, $12. Мне нужно отдать вот такую сумму, 0.19. Сейчас я посмотрю в кошельке, у меня меньше. Значит, я ставлю здесь 11. И жму обменять. Так, здесь я ввожу свой кошелек. То есть номер своего кошелька в Perfect Money. Он у меня скопирован в буфер. Я его вставляю. Протекции. Это нам не нужно. И электронный адрес пишу свой. Видите, курс замораживается на 30 минут. То есть этот курс заморозится на 30 минут. Это если вдруг там резко курс может упасть. Жму обменять. И вот появляется. Пожалуйста, отправьте биткоины на этот адрес. То есть я копирую этот адрес. Иду в свой кошелек. Нажимаю «Отправить деньги». Пишу.
Сюда вставляю кому. Вот на этот адрес я буду отправлять. Я на странице для все средства, которые поступят на данный кошелек, будут обменены и поступят на вот этот, то есть на мой кошелек Perfect Money. То есть я могу эту страницу сохранить и могу даже больше на этот адрес отправить, и по тому курсу они поменяются. Так, отправить мне нужно вот эту сумму. Количество. Ну вот, примерно полдоллара я меняю на обмене курса. Так, отправить платеж. Отправляю. Все, деньги снялись у меня со счета. Сейчас я нажму вот. Сегодня у нас 10 июня, время 20:28. Вот можете посмотреть. Я оставляю паузу и сейчас ставлю паузу. И как деньги у меня поступят на Perfect Money, я продолжу эту запись и покажу вам, что это работает. До встречи, продолжение видео. Итак, продолжаю свою запись. Я нахожусь сейчас в кошельке. Время прошел час. И через час вот поступила сумма. Сейчас я посмотрю. Выписка. Вот $11 из 1 обменника поступили мне на счет. То есть все работает. Вот так легко и просто можно поменять себе криптовалюту на любую валюту, которую вы хотите. Соответственно, так же само можно купить, если, например, вам нужны, там, не знаю, WebMoney, вы хотите заплатить с карточки Сбербанка. Выбираете курс. Жмете на этот обменник. И выбираете, что на что хотите тут поменять. И обмениваете. Все очень просто. Вот ссылка, повторюсь еще раз, на этот сервис будет под этим видео. На этом я буду заканчивать. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Спасибо за внимание. Ставьте лайки. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Смотрите другие видео. Спасибо вам. До встречи в следующих видео. Пока.